Юля, доброе утро. Только проснулись. Сейчас бегаю, собираюсь на спорт с Серегой. Так что сейчас у нас суббота. И, ну, не, у нас, правда, сейчас воскресенье, мы вчера не смогли. Девчули, привет! Слушайте, мы сейчас с Сережкой вышли прям на лед. Ни разу так не ходили, первый раз. Так как-то стрёмно. И все ходят. Прям Нева замерзла, и все гуляют по ней. Вообще так странно-странно. Но вообще прикол. Сережка стоит с покупками. Что-то сила его после магазина гулять. Видите, сколько людей вообще. Было еще больше, вот когда мы только заходили. Прямо все гуляют. Девчонки, посмотрите, как красиво. Сегодня солнечно очень. Мы, кстати, с Сережкой так испугались, но когда по льду ходили, у нас лед прям хрустнул под ногами. И вот такие оба, все, пошли отсюда. В общем, не сильно мы смелые. Так, теперь мы хотим поесть и пойти гулять дальше. Нормально, может быть, домой уже поедем. Котики, а я дома сейчас валяюсь. Заболела, слышите, голос как из бочки. Сейчас немножко поредактирую видео и все. И лягу отдыхать, смотреть фильмы. Первый буду «Фокус» смотреть, потом буду смотреть... Ой, как же он называется? «Отряд самоубийц». В общем, так, ни о чем. Ладно, все, котики, пошла болеть. Котики, вот решила вам показать, такой вкус появился. Такой интересный. Лимонное печенье. Я не могу сказать, что я сильно люблю печенье. Не могу сказать, что это мой любимый вкус. Но вообще иногда, знаете, когда вот хочется печенье, круто выпить коктейльчик, да, вот, и наесться им. Именно со вкусом печенья лимонного. Ну, прикол такой, знаете, обычные печенья типа ж нельзя есть, ну, попа растет от них. А вот такой, ну, как раз вот именно в Energy Diet Smart можно спокойно съесть вкус печенья. Вот он реально прям вкус печенья. Вообще так странно. Такое питьевое печенье. Девчоночки, вот еще одну новиночку хочу вам показать. Это подарок моих одна... Господи, как они называются? Сотрудников на работе, вот, хотела сказать одногруппников, сотрудников на работе на день рождения. Они просто подарили мне сертификаты в Ревгош, а я уже пошла и выбрала сама. Вот, Opium Blanc Yves Saint Laurent. Он очень шлейфовый, девочки. Я почему-то, когда вот смотрела на него, на этот флакон, знаете, так даже в рекламе просто, мне казалось, что он какой-то бабский и сильно восточный, знаете. Я не очень люблю в последнее время восточные ароматы, что-то мне вообще на них не тянет. А этот такой сладковатый, шлейфовый, немножко как бы с запахом табака и алкоголя, вообще очень интересно. Ну, не зря он опиум называется. Почему-то кто-то говорит, что он более аромат для девушек, да, ну, для женщин, скажем так. Короче, те, кто постарше, говорят, что это не для них, да, то есть это для нас, для тех, кто помоложе, девчонки, да. Вот, совсем молоденькие девочки, наверное, школьницы, он им не понравится, наверное, он будет тяжеловат для них, хотя он классный, вот он может быть вечерним вашим ароматом, я его ношу очень классно днем, вот, такое маленькое вступление хотела
рассказать вам о нем. Может быть, как-нибудь сделаю свои любимые парфюмы в видео, и тогда вот тоже о нем расскажу уже совсем поподробнее.